Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 13 февраля 2024 года. У нас остается времени до 21 декабря этого года, чтобы объединить ученых всего мира, для того, чтобы они смогли найти решение, как остановить планетарную катастрофу, которая все больше и ближе к нам приближается, потому что космическое излучение, которое разогревает ядро нашей планеты и разрушает его, после 21 декабря 2024 года станет максимальным для нашей планеты, потому что мы войдем в прямую зону его действия. То есть это уже будет узконаправленный луч, который будет влиять на ядро нашей планеты. И катаклизмы после 21 декабря будут нарастать не просто в экспоненциальном росте, это будет ад для всей планеты. И одна за другой будут гибнуть страны. Каждый день волонтеры проекта «Созидательное общество» выходят в прямые эфиры, чтобы рассказать вам правду, для того, чтобы вы сами начали говорить о климате, и для того, чтобы мы успели сформировать всемирный электоральный запрос на прекращение всех войн. Потому что только прекратив все войны, мы сможем объединить ученых, которые смогут нормально работать без страха. И мы сможем открыть все секретные технологии, которые сейчас от нас закрыты и лежат за большими замками в сейфах корпораций и других лиц, не заинтересованных в том, чтобы наше человечество выжило и чтобы мы прошли этот цикл планетарных катастроф. И только от людей, от каждого из нас зависит, сможем мы сейчас отбросить свою лень, сомнения, страх, изучить вопрос, что происходит с климатом, посмотреть форум «Глобальный кризис ответственность». Он на 150 языках мира, на сайте creativesociety.com, либо в любом другом поисковике вы можете найти этот форум. И начать говорить правду. Если заговорят все 8,5 миллиардов у тех единиц элиты, которые не заинтересованы в спасении человечества, не будет выхода. И они будут вынуждены принять меры для спасения нашей планеты. Не оставайтесь равнодушными, изучите вопрос. Уже происходит больше 1000 землетрясений в день, каждый день по всей планете. Но это только начало. После 21 декабря нас ждет ад. И одна страна будет гибнуть за другой страной. У нас не останется безопасных мест для жизни, не выживет никто, если мы сейчас не объединим весь мир в одну общечеловеческую семью. Разберитесь с вопросом, посмотрите форум «Глобальный кризис ответственности» и присоединяйтесь к информированию. Спасибо.